Thank you.
Вот он, Мертак, сыграй. Чир. Thank you.
Сегодня было гораздо лучше в плане наша атакующая игра сложилась лучше, чем с Испанией. Ну, конечно, соперник немного иного уровня, но тоже достаточно сильный. В обороне вроде бы сыграли организованно, но стандарты, при стандартах дали слабину. Так что вот это могу отметить как такой аспект, который у нас не получился сегодня. Думаю, где-то нам реализации не хватило, ну как и в моменте с пенальти, это как бы меняет игру. Если бы забили, мы бы были как бы на коне и шли бы дальше вперед. Болельщикам огромное спасибо за то, что поддерживали нас, пришли на стадион. Это очень важно для нас. Громадное влияние на результат матча оказал тот факт, что наш голкипер сумел отразить пенальти. Вернулась, казалось, исчезнувшая надежда на благополучный для нас исход. Мы воспрянули психологически и, что было сил, старались использовать выпавший нам шанс. По счастью, это удалось. Сборная Казахстана тоже сыграла здорово. Для нас это был первый матч в турнире, а соперники вышли на вторую игру кряду. Была заметна их усталость. Тем не менее, они сражались до последнего. Например, быстро переходили от обороны к атаке, что говорит о наличии высоких морально-волевых качеств. Ну так, игра-то была динамичная. Вот. Все равно больше инициативы владел Израиль, и нам пришлось и подстроиться под этот темп, и самим делать ответные атаки. Поэтому игра не была скучной, время пролетело быстро, это говорит о том, что игра была интересной. На мой взгляд, сегодня не получилась атака. Можно много обороняться, но чтобы выиграть, надо все-таки атаковать. После игры с Испанией мы потеряли очень много сил и эмоций, и для нас большая проблема этот третий на четвертый день играть. Мы не восстановились на эту игру. Это было очевидно невооруженным взглядом, потому что в таком режиме в чемпионате у нас в клубе кроме одного-двух никто не играет. А у нас и футболисты в чемпионате Суперлиги по пальцам можно печатать. Это основная причина того, что мы, ну, можно сказать, плохо сыграли в атаке. В обороне там проблем таких не было, организационно все сыграли, но с атакой силенок у нас не хватило. Плюс потеря концентрации была при стандартных положениях. Это, наверное, бич нашего казахстанского футбола. Очень много голов пропускаем. Вчера национальная сборная пропустила тоже с подачи фланга и здесь. Все равно есть прогресс шаг за шагом. Все равно ребята молодые, они прогрессируют. Нам в целом так, нам не хватает такого игр такого уровня, как вот сегодня, как прошлая игра со сборной Испании, через которую это молодые ребята будут получать опыт и расти, прогрессировать в целом.